А в Испании переговоры о формировании правительства завершились провалом. Король Филипп VI не стал выдвигать кандидата на пост премьер-министра страны. Ни одним из лидеров партии не заручился должной поддержкой, заявил монарх. В связи с отсутствием парламентского большинства и неспособностью политических сил сформировать коалицию, неизбежны досрочные выборы. Голосование может быть назначено на 10 ноября.